И что было потом? Мы получили корабль. Мы с Эфириалом подключились к мозаике. Все чужие на Земле, все до последнего, подчинялись нам, мне. Власть была удивительной. Взяв мозаику под контроль, я смогла заставить чужих сражаться друг с другом. Они не сдались до конца. Я приказала им убивать друг друга, а затем позволила их флагману упасть. Мы разобрали все, что только смогли. Остальное уничтожили. Я понимаю, вы изо всех сил старались скрыть нападение. Мы уничтожали все, что имело отношение к чужим. Но мы сохранили часть устройств. Мы еще столького не знаем. Легенда сработала. Зоны, которые нельзя расчистить, закрыты. Со временем мы просто сотрем их с карты. От вторжения чужих не останется и следа. Никто не узнает, как близки мы были к гибели. А вам поверят? Газеты, несомненно. Все, кто мог знать правду, мертвы или работают на Экском. А зараженные? Выбора не было. Мы избавились от них. Даже если бы их удалось вылечить, они могли вспомнить о чужих. Их смерть была быстрой и легкой. Отлично. А второе существо? Эфириал разорвал связь, когда мы покончили с чужими. Поэтому где он, что с ним, его планы, все это неизвестно. Понятно, агент. Это все. Пока. Этот последний. Что было потом? Мы получили корабль. Мы с Эфириалом слились с сетью мозаики. Оставшиеся на Земле чужие подчинялись нам. Наш потенциал был безграничен. Эти твари пришли к нам с войной. Но подчинив мозаику, я приказал им восстановить мир, который они разрушали. С их помощью мы спрятали то, что смогли, остальное уничтожили. Их последний космический корабль был сожжен в атмосфере. Бесследно. Мы сохранили часть их технологий для изучения. Даже их хватит, чтобы устроить научную революцию. А что сами чужие? После случившегося их нельзя было оставить на Земле. Не все следы можно было скрыть. Да, но мы кое-что придумали. Все районы, с которыми не справилась команда зачистки, перекрыты. Сейчас мы уничтожаем все упоминания этих мест из баз данных. Вторжение пришельцев не войдет в учебники истории. Никто не узнает, что наш мир был на пороге гибели. Вы думаете? Новостные каналы контролируем мы. Люди, которые знали правду, мертвы или работают на нас. А зараженные? Мы гуманно с ними обращаемся. Они умрут своей смертью, когда придет время. Для всех остальных это будут просто неизбежные потери военного времени. Разумно, разумно. А то существо? Эфириал разорвал связь, когда мы покончили с чужими. Где он? Что с ним? Его планы? Все это пока неизвестно. Понятно, директор. Это все. Пока.
Ублюдки. Вас все же достали. Суки. Вы были лучшие. Нам вас будет не хватать. Что было потом? Мы получили корабль, я и Эфириал. Мы чувствовали все, что творится в мозаике. Я мог общаться с каждым чужим, оставшимся на Земле. Все-таки это удивительно. Благодаря мозаике я смог договориться с чужими. Я убедил их восстановить наш мир, а в обмен дал им свободу. Вместе мы разобрали и спрятали, что могли. Все остальное пришлось уничтожить. Совсем немного мы сохранили для дальнейшей работы. Но даже эти крохи сулят великие открытия. А что сами чужие? К сожалению, после всего, что случилось, мы не могли оставить их на Земле. Мы вернули им корабль, и они отправились искать себе новый мир. Спорное решение. Чужих больше нет, но их следы остались. Поэтому пришлось кое-что придумать, хотя я очень не люблю лгать. Мы перекрыли районы, которые не смогли очистить. Насколько я знаю, сейчас эти места вымарывают со всех карт. Скоро не останется никаких следов вторжения. Никто не узнает, что мы вступали в контакт с инопланетянами. Вы уверены? К сожалению, да, вполне уверен. Все, кто мог бы узнать правду, либо уже в XCOM, либо... Их больше нет. А зараженные? Не без помощи мозаики мы научились лечить лунатизм. К счастью, после пробуждения лунатики совершенно ничего не помнят. Повезло. А что с тем существом? Эфириал разорвал связь, когда мы покончили с чужими. Где он, что с ним, его планы, все это неизвестно. Понятно, доктор. Это все. Пока. Ну что ж, дорогие друзья. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум, пау.